улица Гурова. Так вот, в том месте, если я направлен объектив, это перекресток с улицы Гелеровского. Это вот пожарная охрана. Здание конца 18 века сохранилось после пожара 1812 года. Там вон той черной памятной доске так вот это дело записано. Вот. А дальше Дура улица идет и пересекается с улицей Щепкина. Вот этот вот перекресток, это улица Щепкина. Вот это за забором, вот это посольство Цейлона, Шри-Ланка. Улица Щепкина. Да, там посольство Шри-Ланки, флаг развивающий. Вот эта улица Щепкина, которая идет до пересечения с улицей Трифоновской, и ее продолжением является маленькая улица Верземника. Вот, а туда Щепкина, ну, упирается параллельно улице Гелеровского, проспекту Мира, вот, и улице Мещанской, вот, которая следующая за поворотом, упирается в Садовое кольцо, ну, в Сухаревскую улицу, Большую Сухаревскую площадь. Ну, это какие-то банки. Вот сейчас много и непонятно, для чего все это. Вот, а это здание строим МОНС 5, что ли. МОНС строим механизация 5. Вот это улица Мещанская. Вот. Здесь улица Дурова идет вниз. Так называемая, так сказать, самотек. Это вот эта улица Мещанская еще раз. Да, вот старинные дома тоже есть. Улица еще дореволюционная. Вот. Здесь улица Мещанская. Дурова идет под уклон до Олимпийского проспекта, а там выравнивается. Ну вот тут мечеть, соответственно, которую мы неоднократно снимали. Строительство пока основательно заглохло. Когда вот эта вся была конструкция возведена, ну, с тех пор никаких заметных подвижек, ну, внешних, во всяком случае, нету. Может быть, там внутри что-то делается. Но опять же, видимо, делается там незначительно. Вот, не слышно там никаких. Не слышно никаких звуков, свидетельствует о том, что тут там что-то делается. Вот. За соборной мечетью находится Олимпийский комплекс, соответственно. Вот, ну тут трамвай идут. Вот этот трамвай. Потом он идет по Каланчевке и доходит до площади трех вокзалов. Это больница. Шестая, по-моему, или я не знаю, какая. Это на номер имеется. Городская клиническая больница номер 63. Ну, я помню, что шестерка в номере есть. Вот такой здесь конец марта, снежный. Честно говоря, как и в прошлом году, наверное, тоже. О, а кран даже крутится.
эфире. Совершает какие-то движения, аж странно. Не может, его ветром болтает. Да, действительно. Непонятно, ну ладно. Посмотрим сейчас. Поближе подойдем. Действительно, груз есть. Вон там вот этот груз видно. Что-то они пытаются поднять там или сдвинуть. Вот этот синий городок такой. Это тут живут рабочие, которые занимаются строительством в мечети. А дальше такое зеленое, ну я тоже снимал неоднократно, это временный молельный зал, что ли. Там собираются люди на намазы, соответственно. Здесь пытаются построить, заместить здание бывшее. Вот разрушили предыдущее. Это что-то типа гостиниц. Это там есть надпись, сейчас мы посмотрим. Что там за надпись. Ну, трамваи идут, идут. Им, видимо, главное вырваться от той зоны. Улица Гелерос, где для них устраивают пробки автомобили. Вот, ну это дом русской песни имени Бабкина, как их называют. Вот. Не знаю, как эта штука будет функционировать. Так. Здание временного размещения зависит клуб театр уголок имени Дурова. Так вот уже называется эта штука. Ладно. Вот у нас подземный переход, у нас не подземный.